Ну что ж, ребят, еще раз всем привет, кто только подошел, добро пожаловать. И давайте начнем сегодня проходить дополнение для первого Xenoblade, которое входило в состав переиздания Definitive Edition и является новым контентом, которого не было в оригинале. И называется он Future Connected. Связь с будущим. Или как-то так. В общем, надеюсь, тут будет что-то интересное. Название намекает то, что нам дадут намеки касательно того, как все будет происходить дальше. Учитывая, что третья часть уже вышла, мы уже плюс-минус понимаем. Но, тем не менее, интересно посмотреть, что нам тут покажут, что нам тут расскажут. И заодно посмотрим, как наши герои живут. И как у них идут дела спустя год после событий оригинальной игры. Да. События дополнения происходят спустя год после того, что мы видели в оригинальной игре. Так что вперед, давайте начнем. Этот символ. Сегодня мы используем нашу силу, чтобы свергнуть Бога, а затем овладеть нашей судьбой. Все, чем я являюсь, исчезнет. Воспоминания о существовании Бога, рожденного из хаоса творения, исчезает. На что ты смотрела? На море? Я не смотрела на что-то конкретное. Вообще-то, Фиоре, я тут думала о будущем, которое ожидает всех нас. Год спустя. Вот оно. Мелия, мы в пределах видимости Окамото. Хорошо, я уже иду.
О, ну, полагаю, что мы все еще целы. Вполне. Но что это, черт возьми, было? Это произошло настолько быстро, что я сам толком не разглядел. Я увидел какое-то мерцание вокруг столицы, а затем внезапно появился черный луч. Черный луч? Возможно, какая-то новая система защиты? А Джанкс... сможет ли он летать? Несколько компонентов получили серьезные повреждения. Он не сдвинется с места, пока мы не заменим их. Сука. Понятно. Дайжобу. Парцы а токшуна моно жанай кара. Кото нара тени хайрю. Да все в порядке. Это не особо редкие детали. В Алкамоте они должны быть. Соната ва танрак теки де йой на. Ты говоришь так, будто это все так просто. Не забыл? Мы все еще как бы в полном неведении тут. Хорошо, что я пришел подготовленным. Нам это наверняка понадобится. Сестренка! Осторожно, справа! Я позабочусь об этом. Кино. Серьезно, Кино. Кино разберется с левой стороны. Понятно. Эти голоса. А это же... Это же Кино и Нене. Что они тут делают? Шелк, мы должны помочь им. Конечно. Так, ну что ж. Различия в геймплее. Ну, посмотрим. Так. Новое приключение начинается. Некоторые элементы этого нового приключения сильно отличаются от тех, что были до сих пор. Наиболее важные моменты будут представлены на следующих страницах. По мере прохождения приключения, вместо цепи атак, вы откроете совершенно новые системы для выполнения тотальных атак. Для воскрешения павших союзников вам по-прежнему потребуется часть шкалы, слева которая. А в новом приключении Шелк потерял способности видеть видение. Поэтому нужно быть осторожнее, чем раньше, когда речь идет о самых мощных атаках врагов. Ну, отлично. Некоторые союзники будут сражаться так, как раньше. Система Древа Умений была удалена. Ура! Хотя нет, нифига не ура, там были полезные вещи. Ну ладно. Есть и другие изменения, поэтому следите за ними по ходу игры. Понятно. Все-таки это у нас отдельное дополнение, тут упростили некоторые моменты. Так, секунду. Ну что ж, вперед. Так, вижу, мне дают играть за Мелию, но давайте я буду играть все-таки за Шелка. Кстати, но как вам новый костюм Мели? Как по мне, просто огонь. Мне он нравится больше, чем оригинал.
Так, Find Yourself, насколько я понимаю, ты тоже в восторге от него, да? Так, и начинаем с 60-го левела. К сожалению, не импортируется левел из основной игры. Ну, учитывая, что тут изменили немного некоторые моменты, так что логично. А кто следующий в очереди, чтобы получить по морде? Пусть будет. Стоит только вздохнуть в эту сторону, и винтовка Кино будет делать бам-бам. О боже, эти нопы. Кино, Нене, вы не ранены? Ми? Позвольте нам тоже помочь. Госпожа Амелия? Господин Шоук? Помощь очень приветствуется. Чем больше, тем веселее. Так, ну, вы поняли нашу пати, да? Человек, хантианец и два нопана. Нужно будет потом поменять тут некоторые навыки местами. Мне было удобнее, как я настроил в оригинале. Хорош. Ладно, я понял, он не даст мне зайти со стороны. Сестренка, мы справились. Хорошая работа, Кино. Это было здорово, вы двое. Это как наблюдать за тем, как Райан и Шарла снова сражаются вместе. Действительно. Водка. Как? Это дети Рики. Вполне подходит для детей из семьи Герпона Рики. Никаких ран нет, Кино? Ну чё, ребят, будем нянчиться, да? Так сказать, Шулк и Меля будут тренироваться перед тем, как создадут своих детей. Нену очень-очень жаль. Кино не очень хорошо ладит с незнакомцами. О, правда? Очень интересно. Пожалуйста, не воспринимайте это на личный счет. Или близко к сердцу. Если мы останемся здесь, существует риск нового нападения. Нам стоит отправиться в безопасное место. Хорошо. Это приемлемо? Еще как. Хорошо. Пошли. Это место выглядит многообещающим. Мы можем сделать перерыв здесь. Сонатачи, нозе анна токоро ни итано да?
Так, скажите нам, что вы двое там делали? Точнее, как вы вообще сюда попали? Ну, насчет этого... Мелия, я думаю, что эти двое, скорее всего, пришли сюда на Джанксе. Что? Ты уверен, Шелк? Если учесть их относительно положение, я думаю, что это вполне правдоподобно. Столица на плече Бионисы. Так что... Понятно, так вот значит, где пригодится Джанкс. Я ценю это. Но несмотря на то, что мы обрели мир... С поражением Занзы восстановление продолжается. Много еще предстоит сделать. Я это понимаю. И я также знаю, что ты прилагаешь все усилия. Так почему же? Если столица находится на плече, то там есть люди. Я подумал, что ты захочешь пойти. Шелк. Но это... Мы можем добраться до туда и обратно менее чем за полдня. Кино, может лучше объяснить? Ну, мы как раз совершали небольшую прогулку, как вдруг услышали голоса. Так, не лги, Кино. Нена смотрела на Кино глазами Рогула. Кино последовал за господином Шелка позади него и... подглядывал украдкой. Сестренка тоже следовала за Кино и подглядывала за ним. Значит, вы спрятались, как я и думал. Но зачем? Ну, Кино всегда равнялся на папу и хотел стать таким же сильным, как Герпон. Я уверена, что Рики очень бы гордился. Да, но как это привело к тому, что вы сели на борт нашего корабля? Он увидел возможность помочь людям, попавшим в беду. И таким образом можно подружиться с людьми повсюду. Могучий Герпон заводит друзей на каждом шагу. Ну, по крайней мере, так папа говорил. Понятно. Это многое объясняет. Мне очень-очень жаль. Я с нопанами иногда перевожу их с японского, потому что там
легче и понятнее. Это не вина сестры. Пожалуйста. Не нужно ругать Нене. Виноват в этом только Кино. Кино? Я искренне извиняюсь. Кино хотел вернуть долг. Папа и мама приютили Кино, когда Кино был совсем один. А, даже так? Ты был один? Это правда. Однажды, как гром среди ясного неба, папа привел Кино домой. Ребят, вам это ничего не напоминает? Девушка, папа приносит мальчика домой. Они брат и сестра, но не кровные. Ладно, вернемся к тексту. Ну и вот, теперь он братик. В тот день никто не прокомментировал это. Все приняли Кино. Кино настолько рад, что не знает, как это выразить. Вот почему? Вот почему? Вот почему я хочу стать Герпоном и вернуть долг своей семье. Кино действительно очень жаль. Кино, соната ва эрай на. Кино, ты действительно оказываешь честь своей семье. Соре ни риппана кокоразаши мо мотте ире. Твои чувства — это самое благородное. Рики мо ока мо. Соната о хокори ни омотте иру даро на. Я совершенно уверена, что Рики и Ока тоже гордятся тобой. Да? Сода. Бокто Мерия мо има комотте иру кара. Зехи тецдатте ё. На самом деле, у нас с Мелией сейчас небольшие неприятности. И помощь нам не помешала бы. Правда? Да. Ну, раз Кино должен... Вы действительно... велите крыльями. Ну ладно. Я позволю вам стать закадычными друзьями Кино. Кино? Отомо джанакуте отомодачи мо? Кино. Не то слово. Надо было сказать друзьями. Отлично. Итак, мы отправимся в столицу, чтобы найти запчасти для Джанкса. Да, насчет этого. Ну, это будет, конечно, небольшая прогулка, но... Не могла бы ты взглянуть... А нет. Не могли бы мы взглянуть на этот мыс? Так, эхо, все. Теперь должно быть нормально. Включилась. Одна фигня со звуком не нужная. Объяснись. Мерия гайтейта боэкико тэйю нога кининатте не. Я немного обеспокоен.
то, что ты сказала о защитных мерах. А ты боишься, что мы снова можем оказаться под обстрел, да? Да. Это правда. Осторожность часто окупается в долгосрочной перспективе. Значит, тот мысь. Отлично. Решено. Легенда о Герпонии Кино. Нет, я по-другому сказал. The Legend of Gerpon Kino no Kiseki. Как бы, Kiseki у нас как раз-таки переводится как тропинки, trails, тропа в данном случае. Если написать ее правильным иероглифом. Так что нормально. Так, театр. Ну, окей, тут мы можем пересмотреть касцены. Ну что ж, ребят, начинаем новое приключение. Ура! Так, но прежде чем начать, я бы хотел посмотреть, что-то чему с персонажами у нас. А, тут внешний вид особо не покастомизируешь, знаешь. Но что-то есть. Ребят, мы можем сделать голову Акино. О боже. 18 плюс что ли поставить? О, тут открыты, кстати, все наряды. Ну да, при желании можно надеть старые. Ну, почти все. Видно, открытые все-таки. Только те, что были в оригинальной игре открыты мной, что ли? Получается. Все-таки что-то да подгрузилось оттуда. Да. Так, во-первых, я хотел бы кое-что тут поменять. Это сюда. Отлично. И Растова это потом. На ночных стримах. Понятно. Судя по навыкам, у нас кинохиллер как раз-таки. Ага. А Нене у нас танк, слушайте. Ну а Мели у нас как была баффером, так и осталась. И чуть-чуть хиллером. Так, это надо. Все, с остальным она сама разберется. Ну, слушайте, место красивое. Она была как бы вроде в оригинале, но все-таки выглядит по-другому. Немного изменилось.
О, слушайте, какие-то иконки непонятные. Ну что ж, начинаем свое новое и последнее приключение в этом мире. Тихий момент. Оп. Да, что-то мне кажется, что мелю я все-таки заменю на танка. И буду бегать с двумя нопами. Они будут полезнее. Так, камеру подальше, а то слишком быстро. Лежать. Ну, пока что она будет спать, а там уже, когда будет жопа, тогда да. Так, тихие моменты. Так, что это? Узнайте друг друга в тихих моментах. Изучите иконку вот эту. Для того, чтобы посмотреть соответствующий тихий момент. Окей. Если вы еще не выполнили условия для просмотра данной сцены, не стесняйтесь вернуться к ней, когда это сделаете. Отлично. Угу. Тихий момент, который вы изучили, будет добавлен в список тихих моментов. Ну, понятно, можно будет там посмотреть. В любое время. Ага. Нужно Нэна взять в пати. Ну, это, по сути, местные беседы по душам. Они еще и озвучены. Да ну, вообще отлично. Эти цветы, разве они не чудесно пахнут? Госпожа Мелия, большая любительница цветов, да? Да. Из-за моей матери. Роман, сейчас подожди, отвечу после диалога. Когда я была маленькой, она часто просила меня помочь с клумбами на вилле. А что насчет тебя, Нене? Нэна также очень любит цветы. Понятно. Тогда, полагаю, у нас есть что-то общее. Ну, истина. Раньше, когда я говорил о них с подругой Хомсом, она сказала, что цветы — это мило. Но ничего не сравнится с теплым ужином, пусть будет. И я что-то тогда не поняла. Наконец-то судьба послала мне кого-то, с кем я могу общаться. А? А что госпожа Мелия сказала об ужине? А, да нет, это я просто так, сама с собой говорю. Часть про ужин была не совсем уместна. Но Нэна тоже очень любит ужин. Ну, правда, тут в оригинале все немного отлично. Ну, ладно. Как бы в оригинале они говорят просто про дангу. Это, ну, вот эти шарики.
например, Monster Hunter любит Rise. А зачем такая адаптация? Типа, ну... ну ладно. Гайдзины не поймут, что это такое. Больше всего... пыльцовые шарики с фабрики в пограничной деревне. Они очень мягкие и очень вкусные. Ладно, они все-таки упомянули, просто их назвали по-своему. Но не сразу. Послушай, да дело не в том, что... Так, подожди. Когда ты сказала, что тебе нравятся цветы, ты имела в виду как продукт питания? А что? Есть какой-то другой смысл, кроме этого? Я должна была догадаться. Ты одна из них. Нене, послушай. Цветы не являются особенными только потому, что их можно есть. Мы можем восхищаться их красотой или использовать их для создания украшений и произведений искусства. И в этом большая часть их очарования. Украшения. Вот точно. Нэна помнит, как когда-то давно папа сделал маме цветочную корону в качестве подарка. Рики сделал подобное? Да, а у этого Нопана есть скрытая глубина. В любом случае. Я бы хотела бы, чтобы ты также проявила заинтересованность в несъедобных цветах. Если ты это сделаешь, то так же, как и твоя мама, в свое время сможешь познать радость, которую она испытывала. Хорошо, тогда в следующий раз, когда Нэна найдет цветы, которые нельзя есть, Нэна сделает красивую цветочную корону для госпожи Мели. На взгляд Нэны, госпожа Мелия лучше всего выглядит в голубом. Что скажешь? Ну, я как бы очень ценю это предложение. Да не прыгай ты. Но разве изначально ты не придерживалась мнения, что цветы — это еда? Ну, если ты сделаешь пыльцовые шарики из несъедобных цветов, они горькие и невкусные. Ну да, справедливо. То, как ты говоришь. За счет Номаны, Нопана видят разницу. Но одинаковую ценность в цветах в зависимости от того, съедобны они или нет. Может быть, было глупо пытаться выбрать только один тип, не принимая во внимание другой.
Ну что ж, тогда я смиренно приму знак твоего расположения в данном случае. Она поняла. Однако, почему ты решила сделать это для меня? Разве Кино и Шёлк не будут чувствовать себя обделенными? На то есть очень веская причина. Нэна просто хочет увидеть улыбающееся лицо госпожи Мели, которая яркая, как солнечный свет. О боже. Что-то не так? Неужели Нэна сказала что-то странное? Не-не, вовсе нет. Просто ты это сказал так искренне. Не стоит взять это на заметку. Дорогая Нэна, я с нетерпением жду подарка. Нэна выложится по полной. Однако я буду чувствовать себя немного неловко, если буду единственной, кто будет носить ее. А почему бы нам не сделать их вместе и не обменяться потом? Это звучит чудесно. Тогда договорились. Нет. А на самом деле, мы даем нерушимое обещание. Естественно. Так, слушайте, учитывая, что вот эти местные беседы по душам озвучены, вопрос. Мы будем их читать и смотреть, когда будем натыкаться на них, если это будет возможно, и они не будут заблокированы. Или лучше их не трогать и потом прочесть всех скопом. Я в данном случае... Ох, фак! Тут сколько их? Ха. Да. Блин, я аж в смысле сбился. Ладно, будем читать их по пути и потом уже как пойдет. Матвей, ну да, 6, ладно. Привет, Вилден. Нельзя добывать? Ага, понятно. Итак. Вижу цивилизацию. Тут очень много птица людей. Здесь действительно живут только хаентианцы. О, у нас тут незнакомцы? Ну, здрасте. Вообще-то, и они рассказали, кто такие. Сука.
それは災難だったな。Понятно. Да, вам пришлось нелегко из-за этого. Дага, Кото не икну, а я метахугай. Однако, я советую вам держаться подальше от Алкамото. Да, икоу нему тенсоу сочи ва кидоу шинай йоу ни шите ару гана. Даже если вам удастся добраться туда целыми и невредимыми, не ожидайте, что транспортировщик будет работать. Почему? То, что выстрелило в вас, не было какой-то защитной платформой. Это был монстр, который мы стали называть Король Тумана. Кирино. Король Тумана? Да. Или Туманный Король? Кому как нравится. Да. Он внезапно появился в Алкамоте несколько месяцев назад. Насколько я понимаю, вы из Имперской Гвардии. Меч, который вы носите, не просто для показухи. Попытаться его мечом одолеть глупо. Он просто будет смеяться над нашими атаками. Это как дым. Нет, это все равно, что рубить дым. Удары проходят чисто через него. Должно быть, это призрак. Призраки не стреляют лучами. Значит, вот почему вы его называете Королем Тумана. Мы сражались, защищая свой дом. Мы были готовы умереть, и многие из нас так и сделали, но в итоге мы ничего не добились. Нападение Туманного Короля сильно потрепало нас. Конечно, в итоге мы собрали всех. Нет, мы собрали хаентианцев и всех, кого вообще смогли найти. И бросили столицу, чтобы мы смогли жить. Как ужасно. Мое скорбящее сердце принадлежит тому месту. Наша родина. Наша столица. И все же я не могу даже оплакивать ее. Максис-сан. Максис? Да. Пожалуйста, вы должны сказать нам, как попасть внутрь. Шулк, будь серьезнее. Парень, ты что, плохо слышишь? Я вас услышал. Тогда ты должен понимать. Независимо от ситуации, мы должны пойти. Джанкс,
Если я починю Джанкс, то мы сможем покинуть это место. Колонии 内に戻れば、コートを取り戻す計画も立てられます。И затем, как только мы окажемся в колонии 9, мы сможем разработать план по захвату Алкамоты. Дамеда. Это бесполезно. どうしてですか? Почему? Шурку. 俺たちが何もしてなかったと思うのか? Шелк. Ты думаешь, что мы воспримем это так спокойно? Или все-таки примем все это на веру? Мы тоже не бака. Я сделал то, что сделал. Мы не дураки, знаешь ли. Мы сделали все, что смогли. Это правда, я хочу вернуться домой. Сонна канавана юме о мите. Так сан но иночи о ушинаттанда. Это мечта, которой не суждено сбыться. И она уже стоила слишком большого количества жизней. Максис. Максис. Умай тачино кимочи ва йоку вакару. Я вас понимаю, и к чему вы клоните. Дакара. Оре ну кои ва накереба наранай кимочи му. Вакатте кре. И тем не менее, я должен быть с вами откровенен. Забудьте. どうしよう。Ну, и что теперь? あの様子では説得は難しいな。Ну, судя по речи, я не вижу способа, с помощью которого мы смогли бы его убедить. キノたち帰れないも? Это означает, мы застряли здесь? お困りのようですね、メリア陛下。У вас довольно затруднительное положение, императрица Амелия. Нанимонода. Назе ватасино нао? Ребят, внешний вид этого чувака прямо кричит: я главный злодей. Ну или правая рука злодея главного. Ну слишком очевидно. Кто ты? И откуда ты знаешь мое имя? Буду рад, если ошибусь. Я смиренно прошу вас прощения. Гелгар, к вашим услугам, ваше величество. Кацте кото кейбитай тоште шинпен кейго окунатте оримашта. Ранее служил подразделение личной охраны полка гвардии Алкамота. そうであったか。こちらこそ失礼をした、ゲルガード。Ну, особенно после Кисеки. Правда? Тогда прошу простить меня, сэр Гелгар. だが、陛下はやめてもらおう。И, пожалуйста, обойдитесь без величества. 何をおっしゃいます、メリア陛下。Отбросьте эту мысль, ваше величество. Сакино тайсенде, ашки джункетс ва хоробимашта. Недавняя война избавила нас от нечестивых, чистокровных. Вареваре кункетс га аратана джидай но нинайте тоште эрабарета но дес. Наступает новая эра, и мы, полукровки, избранные ее опекуны. О, ребят, с этим чуваком все понятно. И с вами, госпожа Мили, в качестве нашего сияющего яркого парагона. Я не могу
не обращаться к вам, как ваше величество. У меня нет терпения на подхалимов. Хотя стоп, все-таки тут у меня нет терпения на уговоры. Особенно от недоумков, которые плюют на своих предков. Я никогда даже не мечтал о подобном. Я просто сказал чистую правду, не более. Как пожелаешь. Но обращение Ваше Величество для меня обременительно. Ну, раз вы так сильно настаиваете. Пока вы не соизволите согласиться, тогда будет достаточно, если я буду обращаться к вам, госпожа Мели. Вы так добры. Нет, вы так любезны, сэр Гелгар. Даже не упоминайте об этом, госпожа Мели. Сэр Гелгар, нам действительно нужно добраться до Алкамота, несмотря ни на что. Да, я слышал ваш разговор с Максисом. Препятствующий триумфу императрицы. Усколопый дурак. Так сказать, он. Чтобы начать процесс аутентификации, необходимо поднести руку к транспортеру. Устройство настроено таким образом, то пройти могут только хаентианцы этой земли и имперская семья. Десноде, Мерия сама де ареба, мондайнаку кидо итасимас. Следственно, у госпожи Мели не должно возникнуть ни малейшей проблемы с его активацией. Значит, механизм аналогичный тому, что был в гробнице. Это наш билет, Алкамот. Да. Отличная новость. Друг Гелгар, хороший друг. Большое спасибо. Мистер Птичий. Птичий мистер. Птичий господин. Ладно. Ой, не надо, пожалуйста. Я всего лишь покорный слуга на службе у госпожи Мели. Мерия сама не сашицкайга накереба, коно герга, томо тоште доудоу итасимас.
Мистер Птичка. Ну, да, вот вполне так. Если это не вызовет слишком сильное недовольство со стороны моей светлости, могу ли я предложить вам свою компанию в вашем путешествии? Понятно. Я умею обращаться с клинком немного, так что будьте спокойны. Я оценю это предложение, но вынуждена отказать. Мы не испытываем недостатков сил. Правда? Какая печаль. Если возникнет необходимость, я по-прежнему буду готов служить. Хорошо. Кстати говоря, сэр Гелгар. Этот аванпост, похоже, состоит из одних солдат. Где могут находиться остальные беженцы? Они обитают за крепостными стенами Грандел, которые находятся чуть ниже этой точки. Они живут в отдельности от вас? Да, из-за машины, кто живет там. Что вы имеете в виду? Может быть, вы забыли? Когда началась война, именно предательство машин подожгло фитиль. Если бы не они, мы бы не потеряли наших братьев и наш дом. Значит, вы не смогли выносить эту машину, поэтому переехали? Совершенно верно. Но война закончилась, сэр Гелгар. Некоторые просто не могут так легко это забыть. Мелия, может, пойдем сами посмотрим? Да, хорошо. Сэр Гелгар, сейчас мы вас покинем. Пожалуйста, будьте осторожны. Вы можете найти проход в столицу через пещеры Крыгмал. Вон туда. Гельгар-сан, ирой-ро аригато. Сэр Гелгар, спасибо большое. Увидимся позже, друг. Пожалуйста, будь особенно осторожен тоже. То же самое касается вас. Ну что ж, ребята, вот такие вот у нас пироги с котятами. То есть с хаинтианцами скорее тут.
Так, посещение магазинов. Ну, окей, тут. Принятие квестов. Так. Ну что ж, вперед тогда, ребят. Постараемся добраться до Алкамота. Надо будет потом еще проверить и дополнительные ивенты тут по пути. Ну, сначала пойдем немного по сюжету. Но остров, конечно, красивый. Местами тут красивые виды. Вот как этот. Но что ни говори, все-таки в Ксеноблейде всегда были красивые виды. То вот в оригинале, то во второй, то в Xenoblade Chronicles X, там местами просто офигенно. Господи, как я люблю Xenoblade X. Ну а третье посмотрим еще. Так, вот, собственно, пещера, про которую нам говорили только что. Так, что с этой гусеницей? 51-й. Посмотрим, тут ивентик вижу. Прежде чем пойдем дальше. А, понятно, сейчас не время для этого. Как скажешь, игра. Как скажешь. Так, следующий вон там, за горой. Или даже скорее вон на ней. Посмотрим, когда доберемся. Подозрительная красная хрень. Но взаимодействовать нельзя. Может, потом что-то будет. Так, а это кто? Так, ребят, что-то у нас тут есть. Мех. Прежде чем, друзья, пройду здесь. О боже, что пошло? Что начинается? Пожалуйста, выслушайте мою историю. Я чувствую, что скоро нам предстоит испытание. Спасибо, что остановились по пути. В чем дело? Дело в том, что это все немного сложно, если быть откровенным. Но если мы можем помочь, мы бы хотели бы этого сделать. Не? Однако мы только что прибыли сюда практически, так что если тебе нужно подсказать направление, то мы, возможно, не те, к которым стоит обращаться с такой просьбой. Да вопрос не в том, что мне нужно куда-то пойти. На самом деле речь идет о том, чтобы найти друзей. Они заблудились? Нет, не заблудились. Они отправились в определенные места для выполнения работ по исследованию Земли. Какой в этом смысл? Ну, измерение относительной и абсолютной высоты местности,
расстояние участка и других таких вещей. Ой, нет, я совсем забыл представиться. Квалифицированный, сертифицированный. Гарантия удовлетворения. Чего? Меня зовут Конспектор Тенто. Исследователь новых земель. Это игра. Приятно познакомиться с тобою, Тенто. Я Шелк. Это Мелия, Нене и Кино. Тенту самому очень приятно. Мое любопытство немного разгорелось. Могу ли я спросить, что такое Конспектор? Очень своевременный вопрос. Конспектор — это название элитного подразделения нопонов, геодезистов, а Тенту — один из них. Нопаны из пограничной деревни наверняка хотя бы раз или два слышали, как именно имя Конспектора произносилось в почтительном тоне. Сестренка, у тебя есть какие-нибудь догадки? Нена полагает, что папа может что-то знать. О, дела обстоят хуже, чем Тенто думал. Длительный период приостановки деятельности негативно сказалось на узнаваемость бренда. Нет. Какое большое великое горе. Давай, Тенто. Надо выложиться по полной. Тенто и другие Конспекторы пришли на плечо Бионисы, чтобы провести полное и всестороннее исследование. Но вождь Вун-Вун, который является командиром бригады, главарем бригады, забыл сообщить о месте встречи. И несмотря на то, что Тенто закончил свое задание, похоже, он сейчас будто на реке без весла. И ожидается, что все остальные пун-инспекторы оказались в той же лодке. Тенто, наверное, стоит поискать товарищей по команде, но... Учитывая, что монстры заполонили все земли вокруг, вероятно, даже такому опытному пун-инспектору, как Тенто, придется нелегко. А сколько членов вашей группы, не считая вас самих, не состоит? Примерно 11. 11. Понятно. Ну, земля большая. Так что искать в одиночку, конечно, опасно. А ты не знаешь, куда могли отправиться твои коллеги? У Тенто есть пару мыслей. Двух пон-инспекторов, возможно, удастся найти. И тогда, возможно, у них мы сможем узнать подсказки о местоположении других. Хорошо, тогда отправляемся на поиски первых двух. А ну подожди, Кино. У нас еще есть много важных дел, которые нас ждут. Тенту не будет путаться под ногами. Обещаю. Друзья выглядят очень сильными, так что я подумал, что, может быть, могу пойти с вами. И таким образом, если где-то по пути встретится пон-инспектор, мы сможем помочь друг другу. План-то хорош, да? Что думаешь, Мели? Тебе действительно нужно спрашивать, Шулк? Мы поможем тебе найти друзей, пон-инспектор.
А не должна ли госпожа Мели это говорить? О, правда? О боже! Слезы Тенто текут от радости. Спасибо вам, друзья. А можете ли вы нам сказать, где, по вашему мнению, находятся ваши коллеги? Один отвечал за территорию между перекрестками на пути к мысю компаньонов, вплоть до самого некрополя Нертиса. Он, конечно, тот еще трус, поэтому Тенто не уверен, что он выполняет работу по исследованию должным образом. А другой был назначен на территорию за пещерами Крагмал, простирающиеся от озера с левой стороны до холма Пилер-Кноу. Возможно, из-за неожиданных обстоятельств вы можете испугаться, вскрикнуть, поэтому Тенто хотел бы успокоить вас. И чтобы друзья не подумали, что Тенто какой-то халявщик, позвольте вас успокоить. Когда надо поднажать, Тенто поднажмет. Ой, мне уже стало лучше. Спасибо, Тенто. Конечно. Тенто тоже очень благодарен. О боже, ну вы поняли. Ну, что скажете? Как-то не горю с желанием искать всех этих нопанов. Да и зачем ради... О, нет. Ребят, походу... Поиск этих нопанов является важной составляющей боевой механики. Ладно, сейчас посмотрим. Так, особые... атаки с поддержкой фон-инспекторов. Фон-инспекторы — это элитная группа геодезистов из пограничной деревни, разделенные на красную, синюю и желтую команду. Если вам удастся подружиться с членами всех трех команд, Шулк и его друзья получат доступ к новому виду особых атак, поэтому старайтесь искать их по возможности. Полная бригада фон-инспекторов насчитывает 12 человек. Когда вы завербуете одного из них, он может подсказать вам местонахождение других. Места, о которых вы услышите, будут отмечены на карте значком. Ну вон, там видно. У фон-инспекторов на плече Биониса есть проблемы, с которыми они борются. Решайте эти проблемы для них, чтобы получить их помощь в вашем путешествии. В разделе коллекционирования в главном меню вы можете получить доступ к отчету фон-инспектора, чтобы узнать больше о фон-инспекторах, с которыми вы подружились до этого момента. Ну, походу, придется их собирать. Ну ладно, посмотрим. Так, один из них вон тут, прямо по пути, а другой тут. Ну, вперед. Хотя бы посмотрим. Там, если будут по пути, то... Ну, давайте соберем их все. Раз это влияет на спецатаки. Кота. Локомот. Мерио,
В порядке. Мелия-чан, госпожа Мели, что случилось? Болит животик? Нет, ничего подобного. Я просто вспомнила то, что мы слышали на мысе Паньонов. Я ошибалась в своих мыслях, в своем мышлении. Война закончилась, и мир был восстановлен. Мы восстанавливаем все медленно, но неуклонно. Я думала, что с миром придет и счастье. Что даже здесь люди примут это с распростертыми объятиями. Но реальность иная. Да. Раны еще не полностью зажили. Действительно. Те, кто потеряли свои дома. Те, кто ищет свет. Те, кто затаили обиду. Хоть радость для них все еще мала, они думают только обо мне. Нет, совсем не такая. Пентианцы из колонии 9. Нет, на самом деле вообще все, кто остались. Ты изо всех сил старалась ради них. Ты, Данбан, Отарон. Подавали пример. Просто для того, чтобы другие могли улыбнуться. Да-да. Продолжай держать голову выше. Кино потерял папу и маму, но все еще полон радости. Кино. Именно. Кино, майнич найтета десмо. Тойремо хитори жа икенакатта десмо. Раньше Кино плакал каждый день. Даже не хотел ходить на горшок в одиночку. Сестра! Почему ты заговорила об этом? Это совершенно не относится к обсуждению. Смущать Кино. Если ты будешь смущать Кино, это не развеселит госпожу Мели. Согласна, не согласится. Но в любом случае. Нельзя терять надежды. Слова папы. Надежды. Стать надеждой. Айэнти, это судьба, которую ты выбрала сама для себя. До тех пор, пока ты будешь это помнить, несомненно, ты будешь достойна этого имени. Ты надежда, Айэнти.
Ты не превратишься в Телетия. Даже после того, как Бионис пробудится, ты все еще можешь стать преемницей имперской родословной. У тебя есть сила закончить страдания. Друзья, спасибо. Я думаю, что теперь я наконец-то понимаю, какова моя роль здесь. Вперед, Волкомот. Вперед. Так, ну что ж, ребята, а вот и один из конспекторов. Квалифицированный, сертифицированный. Но полностью занятый, так что руки связаны. Конспектор Эвелин. Это имя. Исследование новых земель. Это игра. Боже, боже, о боже. А? Друзья, конечно, очень вовремя. Эвелин очень нуждается в помощи. Звучит так, будто у тебя проблемы. Настало время Хиро. Ой. Герпону Кино. Занять место в центре сцены. Обследование на сегодня было закончено, поэтому Эвелин присел вон там, чтобы немного посидеть и сделать свой заслуженный перерыв. Я как раз достал вкусняшку из рюкзака, когда вдруг вжух, вжух, и да, плюхнулась прямо в озеро. Все исчезло. Не успев моргнул глазом. Как слезы, стоящие под водопадом. Гвапольская сардина. В озере жрает все до последнего кусочка еды, которая была заработана таким тяжким трудом. Мне сейчас придется ловить эту рыбу, что ли? Но ни одна уродливая рыбка не сможет уйти от гнева Эвелина, что оно навлекло на себя, и не останется оно в живых. Сардина будет жалеть о том дне, когда она решила стать врагом Эвелина. Друзья,
поговорили, решили поговорить с Эвеленом, потому что почувствовали желание помочь попавшему в беду Нопану, верно? Тогда, пожалуйста, отомстите за бедного Эвелена. Ого, сколько опыта! Ребят, вперед! Господи, ну и дичь. Так, собственно, помощь конспекторов. Ну, посмотрим, как это работает. Так, в бою с врагами конспекторы по собственной инициативе прибегают на помощь Шелку и его друзьям. У каждого конспектора есть свой фирменный прием. Исцеление пати, снятие дебафов. Наложение, точнее, дебафов на врага и так далее. У красной команды есть атакующие фирменные приемы. У синей команды в основном лечебные. Но не у всех. А у желтой команды есть фирменные приемы, накладывающие дебафы. Если вы хорошо выполняете справляетесь с Battle Start Affinity, ставлю как есть, Burst Affinity и так далее, нажимая B в правильный момент, конспектора могут войти в состояние высокого напряжения. Конспекторы, находящиеся в состоянии высокого напряжения, будут участвовать в битве, используя всю свою силу, не расслабляясь. Высокое напряжение со временем проходит, и они возвращаются в нормальное. Понятно. Звучит как та еще дичь. Но вы поняли, да. Они решили это сделать полноценную механику. Честно говоря, я не сказал бы, что меня это радует. Но посмотрим дальше, как пойдет. А вы что скажете, как вам? Такая фишка. Что-то я тут умер. Ну, ребят, нас съела рыбешка. Восхитительно. Какой-то ивент.
Find yourself, ну да, ну типа за год все-таки навыки мы потеряли чуть-чуть, плюс мы потеряли способность предвидения, так что да, стали слабее намного. Но 30к опыта есть 30к опыта. Отлично, готово. Можно мне лут взять, спасибо. Готово. Ну что ж, 30к опыта. Идите к нам. О-хо-хо. Радостный день. Элвис с восторгом наблюдал, как друзья избивали эту вонючую рыбу. На самом деле, Элвин чувствует себя теперь намного лучше. Хотя... Нет, это бесполезно. В животе все еще пусто. Нет даже сил для шимения. Пусть будет. Но если друзья смогут принести Эвелну Мору Коп, возможно, удастся запустить метаболизм. Ну, блеск. Погнали. Собирать эти. Морву коп. Морф Копс. Какие они вкусные. Я прямо чувствую, как жизнь возвращается в конечности. О боже. Короче, это очень вкусно, как я понял, окей. И он нас благодарит. Окей, мы тоже. Да, там было что-то на эльфийском написано. Эвелин съел все до последней крошки. Теперь Эвелину пора поспешить на поиски. Вун-вун. Если подумать, жизнь состоит в том, чтобы помогать друг другу, не так ли? Страшно подумать, что произойдет, если Эвелин упадет в обморок по дороге один.
очевидно, что друзья обязаны гарантировать, что Эвелин не пострадает. Так, возьмите... Так возьмите его с собой и доставьте в целости и сохранности Вун-Вун. Хотя должен признать, что сегодня мы добились хороших результатов в исследовании. Прямо как во время старого вождя, который создал конспекторов. И сейчас на пенсии. Когда Вун-Вун принял мантию на себя, он практически всегда занимался только благотворительностью для пограничной деревни. И без каких-либо конспектингов. Эвелин почти забыл, что на первом месте... Эвелин почти забыл, что даже являлся конспектором. Ладно, с этим разобрались. А друзья готовы отправиться в путь? Тогда пора передать результаты исследования вождю Вун-Вуну. Окей. Что, это еще не все? О, боже. Друзья хотят узнать о других конспекторах. Не хочу портить веселье, но у Эвелина есть одна маленькая идея. Попробовать здесь. Окей, спасибо. Знаете, нет, сначала сделаем так. Ну, как вам эти квесты с конспекторами? Хотите их увидеть все? Или давайте пойдем по сюжету и все. Где-то там наверху. Нам придется круг сделать. В другой раз, когда будем проходить мимо. Потому что я сомневаюсь, что тот ивент вообще сейчас открыт, конечно. А просто хотел занести его в список. А вот это, что впереди, вполне можно проверить. Так, сколько у нас время? Почти 9. В общем, предлагаю завтра устроить уже более большой стрим, на котором мы еще и пофармим. О, прекрасно. Высоко. Да, действительно. Когда стоишь на краю пропасти, голова прямо кружится. Кино.
Не подходи слишком близко к краю. А то если потеряешь равновесие, то ты можешь упасть. Тут намного безопаснее. Странный вид, если подумать. Облака выглядят как плавающий пух под ногами. Да, ты прав. Я тоже не думаю, что когда-либо раньше поднимался так высоко. Момент. Если облака направлены вниз, то этот континент парит еще выше, чем облака, да? Да, совершенно верно. Они парят гораздо выше, чем пограничная деревня в лесу Макна. Или же море Эрит. Странно. Как же странно. Но почему этот остров парит выше даже облаков? Кажется, я что-то помню из старых книг. Насколько я помню, у плечо Биониса когда-то была населена гигантами высокоразвитой расой. Знаешь, раньше над морем Эрит парило очень много островов. Кино знает. Крошечные острова, парящие в небе. Прямо фантастический вид. Гиганты. Они могли обрабатывать и использовать парящий камень. Минерал, что обладает парящими свойствами. Ого, ничего себе. У моря Эрит они собирали так много парящих камней, что они поднимали целый континент. На самом деле, возможно, все даже наоборот. Может быть, они брали парящие камни отсюда и перевозили, не, точнее, устраивали транспортировку им обратно на море Эрит. Ух, да, все элементарно. Кино на 212% согласен. Ну, само собой, лучше воспринимать это с долей скепсиса. Нет? До сих пор ни хомсы, ни хаентианцы не ступали на этот континент. Вот почему автор книги, возможно, лишь размышлял, спекулировал о некоторых аспектах. Нет, это все логично. Теория Шелка не может быть ошибкой. Шелк действительно все знает. Прямо как говорил папа. Да нет, я уверен, что есть вещи, которые я не знаю.
シュルクのこと頭が良くて何でも知ってて。Папа говорил, что друг Шулк умный и все знает. А также храбрый и крутой. И может сделать все, если приложит к этому усилия. Он правда так говорил? На самом деле сейчас я немного смущен. Тут не из-за чего смущаться. Все это хорошо. Он также сказал, что шел помощник номер один папы. И следующих в рядах крутости. Понятно. Старый добрый Рики. Да уж. Ну, ребят, как вам? Этот ивентик. Душевники. Немного узнали. Про персонажей. Так, ладно. Идем дальше к нашему сюжету. Давайте оставим это на другой раз. Тут, если так посмотреть... Ой. Лучше всего посвятить какой-то кусок стрима просто... Прохождению по карте. И поиску этих кнопанов. Поэтому я знаю, что можно устроить в понедельник. Так, и да, то есть. Ладно, походу я шел правильно. Матвей, ты тут? Хорошо. Не, сейчас посмотрим. Что там с Good Game? Точнее, с коннектом для него. Так, ладно. Давайте тут пока что остановимся, и продолжение следует.